Elite GeForce RTX 3060 Ti Dual. Видеокарта с заводским разгоном и поддержкой трассировки лучей. Устройство построено на базе архитектуры Ampere и обеспечивает оптимальную производительность в топовых играх. На лицевой стороне расположены кулеры системы охлаждения, которые рассеивают тепло от алюминиевого радиатора. Обратите внимание, что в офисном режиме и при запуске мультимедийных приложений видеокарта работает беззвучно. Вентиляторы активируются только под нагрузкой, что делает видеокарту абсолютно бесшумной при выполнении базовых задач на компьютере. На боковой стороне видеокарты несколько видеовыходов, 3 разъема DisplayPort и 1 разъем HDMI. Длина устройства составляет 247 мм, поэтому она подойдет для сборки компактных игровых систем. В основе подсистемы питания видеокарты – транзисторы, разработанные по технологии DRMOS. Также здесь есть адресуемая RGB-подсветка, которая обеспечивает настройку каждого светодиода на пластиковом кожухе. Из графических технологий видеокарта поддерживает трассировку лучей, DLSS-рендеринг и синхронизацию G-Sync. На борту Poly GeForce RTX 3060 Ti Dual установлен графический чип GA104 и 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Частота процессора составляет 1410 МГц в базе и 1665 МГц в буст-режиме. Ближайший конкурент Polit GeForce RTX 3060 Ti Dual из лагеря красных – Radeon RX 6700 XT. Он находится в той же ценовой категории, но предлагает больше видеопамяти.